Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Кто не подписался, подписываемся. А сегодня видео по такому аэродропу VCX. Она может у кого-то, она есть, потому что это сейчас уже аэродроп, а год назад мы назвали ее проектом. Ребят, вспоминаем. Заходим и смотрим, сколько у нас монет. Раньше давали за регистрацию 50 монет. Сейчас не знаю, дают или нет, потому что это было год назад. Вот так вот она выглядит. Это партнерская ссылочка. Значит, тут у меня 600 монеток есть. Тут уже сами посмотрите, уже зачитать ничего не буду. Так, перейду в блог. И что нам говорят по этой монете? Вот. Загрузится. Значит, переведем на русский. Так, что не переводится? Перевести. Ага. Так, где я потеряла? Так, ага, мы рады сообщить, что VCX будет запущен 13 мая. Значит, эта монета запустится. Такая вот картинка. Будет взрыв у них монеты. Так. VCX начнет работу с 5 рынков, включая Ethereum BTC, это валютные пары, и Litecoin BTC. Благодаря нашим партнерам маркет, ну тут ладно. Значит, что они еще тут хочу вам показать. Так, будет у них новая вот X монета. Значит, продажа токенов VCX также начинается 13 мая. Во время продажи вы сможете приобрести X-токен, XT. Новые родные криптографические маркеры. VCX.XT – это дефляционная криптовалюта, специально разработанная для VCX и выигрывает от непрерывный выкупа и записи программы, которая уменьшает ее поставку. Значит, одна вот эта монета равна 10XT. Если у вас есть вот эта монета VCXT, убедитесь, что вы зарегистрировались с тем же адресом электронной почты, который использовался для приобретения VCX, чтобы приобрести баланс вот этой XT. Так. Значит, чтобы вознаградить ранних покупателей и владельцев вот этих монет, стартовая цена XT установлена. Ну, вот, стоит она 4 цента. Это эквивалентно 400% стоимости вот этой монеты. На основе ставки погашения одна монета равна 10XT. XT. Цена вот этой монеты составляет 10 центов доллара США. Вот. Ну и более подробная информация. Так что вспоминайте, у кого есть такая монета. Кому интересно, присоединяемся. Будем менять вот эти монетки на XT. Ссылочку я оставлю под видео. На этом все. Всем удачи, больших заработков. Не забываем подписываться на канал. Пока-пока.